Всем здрасте! Сегодня с вами снова идем в StarCraft 2, проходить кампании дальше. Тиранчиков мы с вами закончили, дальше у нас на очереди зерги. Не будем тянуть зерлинга за яйки. Понеслась. Просто охуем. Так, ну если кто не в курсах, или не смотрел, или не знает, то в конце кампании тиранов мы вылечили Керриган. Она была немножечко одержима роем, теперь у нее к ней вернулось свое сознание. Цвет этой кампании отдельный респект. Вот. Пролог. После исчезновения королевы Коренков, Рой распался. Войска Джима Рейнера захватили Сару Керриган и увезли ее с Чара, оставив планету силам Доминиона во главе с генералом Ворфилдом. В то же время могущественный артефакт Зеонага пропал. Керриган доставили на секретную лабораторию в Умоджанском протекторате. Там ей нужно пройти ряд тестов, чтобы принц Валериан и Рейнер убедились, что ее превращение в человека завершено. А то, что у нее такая специфичная прическа, это вообще никого не интересует. Ну, обычные эти дреды. Но времени мало. Войска императора Менгска по всему сектору ведут непрекращающуюся охоту за самым ненавистным врагом Доминиона Сарой Керриган. Маджанский протекторат. Терпеть не могу пустыни. Местное время 19:46. Какие прикольные морпехи. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Thank you.
Доброе утро, командир. Какое утро, 19:46. Господа, запуск тестового Доткшель протокола сидел всю ночь. Через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Ой, что-то не по плану пошло. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере, за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. И чё мне? Улей построить? Ну, первое задание, тут, по-моему, типа обучение. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Конечно, могу. Инкубатор — это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Я помню, мне в первом Старкрафте зерги вообще не нравились. Кругом какие-то вот такие вот эти кишки, я помню, там из-под земли, да, убили больно. Ну, чё-то прям вообще было фи. Добыть минералы, 300 штук. Можете ли вы создать больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, да, мне нужен быть. Надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Валериан, походу, это захотел армию зергов себе создать. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Немножко странно, правда. Зачем делать обучение в начале кампании? Я сомневаюсь, что кто-то будет прям с середины StarCraft проходить. По-любому уже должны были поиграть за тиранов и вообще в игру. Что там, еще рабочих создать? Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Требуется больше надзирателей. Епть. Yeah.
охлаждение позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Что, зерлингов? Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Требуется больше надзирателей. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Ну, ща я вам устрою. Жалко, насрать ему нельзя. Прям под тестовую камеру. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валериан, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Угу. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Похоже, что в других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Хе-хе. Сейчас еще больше бы сделаю. Сергушонки. Отлично. Эти зерглинги мне пригодятся. Так, а ничего апгрейдить нельзя? Жаль. Керриган, это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зерках. Так, ну пусть кушают. Чтоб тебе тут еще сожрать. Серги, бежим! Бежим! Уберите всех с этого уровня! Персонал эвакуирован с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля! Дверь на нижнем закрыта. Дайте юлкера или юркера, как он там. Люркер. Забыл, как звать. Ой, их тут, он тут еще и не один. И гидролиски. Ой. Заверните два. Так, еще подкрепчик пускай делается. Активирование автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется.
их зерглингов травят газом. И шо? Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Пусть кушает. Тут гидролиск, я смотрю, операцию делает. Да у тебя тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои. Так, к искоренителю-то как попасть, что пойму. Ну, они уже отхилились почти все. Еще нет. Я ведь все еще в этой камере. Искоренитель активирован. О, еще пачек прибежала. Да, все, уже сейчас не будет вашего искоренителя. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории? Это что? Ну, помните задание? Меньше, чем за 10 минут на уровне сложности. Боец! Никогда, кстати, в этой компании ачивки не собирал. В протосах собирал, в тиранах тоже, ну хоть и не все, но... В этой чё-то как-то миновало. Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь... Прямо сейчас. Жди, я скоро буду.
Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответьте. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Так, этим пиздюками да поиграть не дают. Повтори. А. Джим сам по себе. Снова в понял. Седле. Вперед! Прочесываю территорию. За дело. Поняла. Так, у тебя же снайперский выстрел. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. На одной волне. Противник удар. Справа. Хорошо. Так. А лечиться ты не иду. Планируешь, да? Продвигаюсь к цели. Досадно. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Группа захвата Доминиона. Нам нужна помощь. Поняла. Никогда не сдавайся. Марш-бросок. Рейнер, Керриган, у этого терминала... Можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Похоже, эта штуковина больше нас не полечит. Поняла. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Иду. Продвигаюсь к цели. Чисто! Вперед! Бросок. Прочесываю территорию. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Поняла. Мы на одной волне. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Поняла. Вижу цель, не вижу препятствий. Блин, опять сот с ХП сбрили. Прочесываю территорию. Марш-бросок. Мы почти добрались до станции.
Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Иду. Хорошо. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу. Но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Сколько зерглингов! Ой-ой. Противник справа. Меня сильно Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо. Поняла. На одной волне. А Рейнер тоже не лечится. Так, а хилочка еще подъедет, нет? Нет. О, такой лифт, помню, в Гарри Поттере был. Мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняй всем жизнь. Сдавайся уже. Пошла в жопу, белобрысая. Продвигаюсь к цели. Так, хорошо. До изоляции 2 минуты. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая. Мы должны добраться до той двери. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Задело. Хорошо. Так, еще помнить, куда тут бежать надо. Враг атакует. Ой-ой-ой. Марш бросок. Иду. Прочесываю территорию. Меня сильно потрепало. Мы на одной волне. Да не то слово. Все как в старые добрые времена. А хилочки нигде не будет? Ну, я немного посидел. Будет. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Мы успеем. Уж лучше посидеть. Иду. Хорошо. Марш бросок. Ай, блядь, взорвался. Поняла. Задела. Хорошо. Поняла. Не останавливайтесь! Они вот-вот запечатают лабораторию! Марш-бросок. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Марш-бросок. Поняла. Ой, бля. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Иду. Задело. А. Тут черти что творится. Этот под этой. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керриган и Рейнер обнаружены. За дело. Дьявол. Сколько же здесь зергов? Да, наверное, я слегка перестаралась. Эту секцию вот-вот закроют. Вам нужно добраться до двери. Прочесываю территорию. Да, вроде добрался. Прочесываю территорию. Тут плавает. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Успели. Ты удивлен? Great success. Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. На одной волне. Хорошо. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. Хрена. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Лучше зергов, я думаю. Какого черта? Кто открыл клетки? С зергами будет проще разобраться, мне кажется. С этими зергами. А. Ну по вот да. По крайней мере, шансы сравнялись. Вперед! Чем против танка ты. И прочего добра. Поняла. Задела.
марш-бросок. Поняла. На одной волне. Прочесываю территорию. Тут, кстати, по-моему, во всей компании за Керриган может быть лабораторию играть. Лабораторию сейчас запечатают. Скорее. Марш-бросок. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. Вперде. Продвигаюсь к цели. Защитить двигатели платформы. Так, есть хилки. Пару морпехов. 4. Хорошо. Поняла. Марш-бросок. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. За дело. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Чувствую территорию. Иду. Продвигаюсь к цели. Опа, не всех успел высадить. Каев. Поняла. Иду. Марш, браток. Мы на одной волне. Так, кажется, минус движок. Марш, браток. Прочувствовал территорию. Помашите лаборатории ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Прочесываю территорию. Хорошо. За дело. Мы на одной волне. Иду. Иду. Хорошо. Марш-бросок. Поняла. Продвигаюсь к цели. Иду. Мы на одном. Враг уничтожил один из двигателей. Осталось еще 5. Давайте не терять их больше. Давайте. Поняла. Марш бросок. Прочесываю территорию. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Прочесываю территорию. За дело. Осадный танк. Я обезврежу его кинетическим ударом. Иду. Хорошо. Поняла. Иду. Марш-бросок. Иду. Прочесываю территорию. Так, ну у нас еще даже 2 морпеха живые. А, все, прилетели. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. О, хорошо. Хилочка. Продвигаюсь к цели. Че, тут оборонку теперь держать? Йоу. Ангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона, вперед! Джин. Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Сейчас еще и танки взлетят. Ну да. Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись. Какой другой путь? Нет другого пути. Крылья без тебя.
Хорошо. Вступаю в бой! Выдвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Задела. Поняла. Прочеркиваю территорию. Иду. Прочу. Цель выбрана. Сбросить капсулы. Бросок. Задело. Хорошо. Самое время использовать кинетический удар. Иду. Задело. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Высадка десанта. Прочесываю территорию. Задело. Прочесываю территорию. Марш бросок. Хорошо. Поняла. Продвигаюсь к цели. Задело. Иду. Хорошо. Поняла. Мы на одной волне. Готов. Задело. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Если бы ты помог мне разобраться с Тошем, все было бы по-другому. Так я помог. Но ты сделал неправильный выбор. В смысле? Рассчитываешь получить повышение, куколка? Походу, в этом. В каноне надо было тоже помогать. Так, что я не выполнил? Не допустить получения урона от Архангела во время исполнения на бойце. Фига. Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валериан. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валериан на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли внутри периметра. Звенья 3-9, доложить обстановку. Пробоина в корпусе, 7-й отсек. Маневр Дельта-4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима.
энергии щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион, прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Ну а искать Джима мы будем в следующей серии. На сегодня все. С вами был Фил Ранес. Всем пока и до новых встреч.